такая жуткая тварь. Почему его все боятся? Никто не знает, где его смерть. Почему нельзя смотреть ему в глаза? Разум того, кто посмотрит в глаза, будет подчинен ему навсегда. А что, гилерки, молчат? Тишина. Я ума не приложу, где ее искать. Марта, ты чего молчишь, как будто не своя? С тобой все нормально? Это однопалый. Что, однопалый? Я ее похитила однопалый. А с чего ты так уверена? Просто знаю и все. Это громкое заявление. Это может спровоцировать войну. Для обвинения такого рода нужны веские доводы. Ты что, посмотрела ему в глаза? Я ведь заметила, как изменился твой взгляд после нашего визита к нему. Да что ты все время лезешь ко всем? Умничаешь! Че вы умничаете? Полегче, девочка. Ты ничего не перепутала? Тебя приютили, приняли как свою, а ты... К совести меня взываешь? Алора, между прочим, еще живая, и неизвестно, сколько она продержится, пока вы здесь рассуждаете. Только и можете языками своими чесать, а на Лору вам абсолютно наплевать. Пора признать, что вы боитесь с ним связываться. Признайтесь, что вы как трусливые крольчи. Эй, хорош. Так, хватит. Потом поговорим. Да говори. Ну и что случилось, Марта? Натворила делов. Там все попересорились. Просто я прозрела. Объясни, я не понимаю. Прости, но ты не поймешь. Погоди, Марта. Просто объясни, что случилось. Мне ты можешь доверять? Ты любила когда-нибудь? До безумия. До безволия. До смерти. Ты была добра ко мне. Спасибо. Мне пора. Куда ты? Я сделала, что ты просила. Я ничего не просил. Но ты хотел, я знаю. Душа. Просто я хотел уточнить, между хотел и желал есть существенная разница. Ты совершенно прав, сир. Я сделала, что ты пожелал. Большинство из этих сук хотят идти на тебя войной. Очень хорошо. Это та законное право начать с ними войну. Я их всех уничтожу. Раздавлю. Я ненавижу Вемен. Когда-то я был они забрали мое тело, оставив голову в руку потроха. Но я вышел.
знаю, тебе хорошо со мной. Спецэффект в конце шикарен. Человек, который вас сейчас снимает, это Лара Шум. Я ей очень благодарен. Она снималась. Поддержите кто-нибудь. Снялась у нас в одной из ролей. Более того, она очень выручила, потому что актрисы на тот момент у нас соскочили. Я позвонил Ларе. Лара может, Лара как солдат сказала, да, я здесь. И она приехала. И большое тебе спасибо. Ты послала эту картину. Спасибо тебе большое. Просто я очень люблю этого человека, он талантище, я его люблю за его талант. А можно я историю расскажу? Как давай, я сейчас. Познакомилась? Давай. Ну, буквально быстро. Ну, давай. Когда-то я из маленького городка, я когда-то лежала на диване поздно ночью, смотрела какой-то сериал. Нет. И вижу актера, я думаю, боже, где его вообще откопали? Такого актера. Страшного такого. Да. Но я вдруг поняла, что я хочу с этим актером познакомиться и... Хочу с ним поработать. Вот это было много-много лет назад, и моя мечта сбылась. Люди, мечты сбываются. Да, в принципе, да, действительно, мечта, действительно. Потому что у тебя там действительно большая и хорошая очень работа, на самом деле, действительно. Поэтому в жизни все складывается так, особенно у женщин. Я это наблюдаю уже не первый раз. Вот как они задумали, так и не происходит. Вот у меня так не происходит, у женщин происходит. Ну, вот они действительно. Спасибо, Лара. Благодарю тебя, Леша. Так, дальше пошли знакомить. Так, кто у нас? Кто у нас? Быстро сейчас.